Здравствуйте, это канал Максимадзе, и вместе со мной играет... Лёха, да. И сегодня мы начинаем новый сезон в CS GO. В как достать соседа? Нет. Короче, сегодня мы вам покажем две новые карты, но кроме того, можете заметить, что я поменял аватарку. На аватарке стоит один из моих любимых персонажей из... мультсериала «Черепашки-ниндзя» 2012. Ксевер Монтес. Меня зовут Ксевер. Чтобы не забывали, я напишу его вам на панцирях. Вот этим. И... У тебя и... не он стоит. А кто у меня стоит? Ну, нарисованная девочка. А у меня Ксевер сейчас стоит. Короче, у меня прогрузилось, у Лёхи почему-то не прогрузилось. И от каждой игры, от каждого раунда, я буду менять аватарку на какую-то другую. Из мультфильмов и из игр персонажей каких-нибудь понравившихся. Вы также в комментариях можете предлагать свои идеи. Свои картинки в пределах разумного, только предупреждаю. Понравившиеся варианты я поставлю на аватарку. Пока непонятно зачем. Ну. Фишечка такая, вот может сказать. Так что, подписчики, предлагайте свои варианты. Возможно, ваша картинка попадет в один из раундов по CSGO. Можете также в ВК присылать картинки. Но еще раз говорю, в пределах разумно. А что делать, если мне придется срочно уйти? Ну, будем надеяться, что это будет не очень быстро. А, это враг, ё-моё. Мы будем стараться... Мы постараемся показать вам обе карты новые в напарниках. Но к Лёхе там клиент может подойти. И это нам все сорвет. Будем очень надеяться, что до этого все-таки не дойдет. Сейчас у нас разминочка идет. Ждем игроков, как это... Ждем второго игрока, стоим, блин. Ты помнишь, мы с тобой играли без голосового чата? Иди за мной. Я тебе все тыкал, у тебя что, значки не вот эти не рисуются? Рисуются. А чё ты не смотрел никогда, я тебя тыкал, смотришь... И потому что я не понимал, что ты имел в виду этими значками. Даже стрелял, смотри, что ты написал. Ща посмотрим. Это типа по-русски, но я не знаю, каким переводчиком они пользовались, что ничего не понятно. Да, такое чувство, что русский язык, где переставлены буквы, как в Hello Neighbor. Вот это сверху, это тоже переставлены буквы. Так. Все игроки у нас присоединились. Итак. Играют Dua Lipa, Ксевер Монтес, Собака и... Красная туфелька. И красная что? Туфелька. Это не красная туфелька, скорее всего. А это как называется? Мокасин.
Красный магазин, окей. Блин. А что если в лодку прыгнуть? Не пробовал, но я бы на твоем месте бы не рисковал. А я рискую. Ну попробуй. В воду падать на этой карте нельзя. Можно. Вернее, можно падать, но это приведет к смерти. Попрёт. Опа. А, блин, да что ж такое? Последнее время в напарниках нам вообще что-то не везет. Проигрываем и проигрываем все время. Какие у них ники? Кстати, у одного из них этот Prime статус, что ли? Нет. Или... Ну, какие-то награды, короче, у него есть. Стартуем. Кто сказал стартуем? Эго. Эго. Иго-го, блин, с нами играет. Не будет 1 рубля на дорожку. Да... А ну стой, иго-го, 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 иго... Ты в стенку стрелял. Какую стенку? Я в него пытался стрелять. У меня 5000 АВП купить? Нет, М-ку купить. Ну тут с АВП некуда. Мне кажется. Попробуем магом 7 вас пострелять. Маг 7 купил маг 7. Наз, иго-го. Немного поздновато отреагировал, но все равно убил его. Это двери не открываются. Летает, летает. Летает. Где вылетает? Птица летает, телефон летает. Птица. Да, да пофигу нам на птиц. Нет, мне показалось, что это человек. Ага. Окей, я понял. Мне тоже один... Бывало казалось, что ты летал, а это оказывается быть птички. Ну, он просто стрелял не в меня сейчас. Перезаряжался. Ладно, раз это оружие сейчас помогло, то используем его еще раз. Давно ты мне прав. Это же твое оружие с рождения. У него 8 хп. А, блин. На магом 7 действует только на ближнее расстояние. Ой, двое сразу, блин, ну что ж такое. Ой, бомба. Хорош. Хорошо, хорошо, отлично. Темнеет немного на улице, боюсь, что хромаки может немного... Может вскоре перестать работать нормально.
О, как печально. Иго-го. Стреляй. Да блин. Так, а? Так, не, гиф точно брать не буду, мне никогда с ней не везло. P90 возьму. Это же самое скорострельное оружие в игре. Ай, блин! Что-то какие-то сильные игроки все время нам попадаются. Да, хромаки, походу, хреново будет работать. Максимация. А я тоже М-ку возьму, может поможет. Где? Да как убрать этот значок, а, с камеры? Значок фокусировки. Если вебка хреново запишется, я не буду ее накладывать на видео. Будет без вебки. Да, как вот только у него ВП появился, так все. Ну, вряд ли мы уже победим, конечно, но будем что-то пробовать. Ну чего стоишь? Блин, они за нами прям сзади шли. Да, вебка меня сейчас вообще не радует. Но это, наверное, от того, что она стемнеет. Она так работает. Да блин, ну что такое, а? У них оружие все время мощнее, чем у меня. Так, все. Последний, судя по всему, раунд сейчас будет. А нет, не последний. Ну вот теперь последний. Ну чё, как считаешь, успеем еще одну карту? Думаю, да. Ну хорошо, давайте. Прежде чем мы перейдем к следующей карте, я поменяю картинку.
Итак, следующий персонаж это снова Ксевьер Монтес, только когда он уже мутировал и стал мутантом. Кто имеет две робота-ноги и любит топтать черепах? Этот парень! Немножко кратко расскажу. Он был одним из подручных главного злодея Шреддера. Появился в 4, 8 и 9 серии первого сезона. И в 9 серии он мутировал, превратился в рыбу. И остался рыбой до самого конца мультсериала. Рыба дал. Черепашка ниндзя Микеланджело дал ему прозвище Саблезуб. А, только не соседи сверлящие, ну блин. Мне просто очень нравится этот мультсериал Черепашка ниндзя. Я думаю, что некоторых каких-то персонажей из него еще ставить буду. Но также напоминаю, предлагайте свои варианты. Каскейд называется следующая карта. Тут АВП надо. Да, вот здесь АВП уже точно может подойти. Опа, и на подходе, блин. Да, блин. Неужели нам и здесь будет не вести? Так, опять ждем четвертого игрока. Такое у нас бывает довольно редко. Обычно сразу 4, все сразу оба напарника подключаются. А тут, к сожалению, приходится ждать. Где же он был? А, вот. Красиво он упал. И я забрал у него Лёхин АВП. Ах, не успел стрельнуть. Так, 15 секунд осталось. Если за это время не подключится последний игрок, то будет очень печально. А мне покупать нечего теперь, абсолютно. Технический перерыв. Поскольку четвертый игрок так и не подключился. Очень вовремя. И не исключено, что он даже за это время не подключится. Если за вот эти полторы минуты четвертый игрок не подключится, нам придется сражаться против одного. И это будет отстой.
Кстати, а сейчас-то у тебя саблезуб прогрузился? Да. А в прошлой игре у тебя так и была девчонка это у меня на автор? Да. Странно очень. Короче, хренаны подключится этот четвертый игрок. Ну, раз так, придется нам против одного сражаться. Ну, по крайней мере, у нас будет больше шансов выиграть. Отлично. Ты что делаешь? Вот, проверь. Не надо проверять так. Особенно на войне. Нет, это оружие пока не брать не буду. Но это как-то легко сейчас было совсем. А на разминке он показывал себя довольно сильным. А, блин, не такой уж он и слабенький. Впрочем, мы и так уже это на разминке увидели. А сейчас ему не выйдет. А, Леха купила ВП, это же так охренительно. Но, впрочем, он тоже умеет из ВП стрелять. Гори. Мне показалось, или он только что был? Ай, блин! Каким образом? Да. Даже не сработал метод один отвлекает, другой убивает. Ну, я в окне. Ладно, тогда вместе сейчас пойдем. Чего за не видел? Хотя, может быть, я туда пойду. Опять я в аду. Опять Лёха в аду. На, зараза. Не успею заложить. Каждый противник получил $1000 за игру в меньшинстве. Ну да, игра в меньшинстве, потому что четвертый так и не удосужился подключиться к нам. Опять огонь. Ай, блин, я так и думал. Что он где-то... Он не там, походу. Он не отсюда стрелял по нам сейчас. Откуда-то с другого места. Ой, а где он? Он там, где бомбу надо закрыть. Алоксо. Хотя это было не АВП. Абсолютно не АВП. Ну, неплохая штука. Когда целишься, очень быстро бегает. Когда целишься. Да, в отличие от АВП. Такое чувство, что он в окно выпрыгнул уже. Ой, вон он, там. Отлично.
садится уже телефон, но думаю, нам хватит времени. Вполне. Зачем тебе телефон? Ну потому что у меня же сломалась вебка. Телефон? Да. Кто-то покинул матч и получил 2 часа блокировки. Кто мог покинуть матч? Тут никого больше не было. Чего, блин? Какой-то призрак покинул матч, короче, и... Блин, Лёха сдох. А я не видел, где он. Бомба, закладывай. Главное, чтобы он меня сейчас не убил. А то выйдет сейчас откуда-нибудь и убьет. Вот страшно, вот очень страшно, откуда он выйдет. Он может выйти оттуда, оттуда и оттуда. Вон он. Беги, беги, беги. Чего беги? Я не могу бежать. Экранчик смены ролей же появился. Так, нам еще 3 раза надо его победить, и тогда будет офигенно. Блин. Вдвоем-то мы его убьем. А, он даже не вдвоем. Террорист сдался. Террорист присал и обосрался. Он вышел? Похоже на то. Может, он где-то нажал кнопку сдаться или что-то еще. Но вышел, видимо. Да. Ну что ж. Так вот мы сыграли, вебка, наверное, будет глючить. Такой вот новый сезон с аватарками. Сменными. Предлагайте свои варианты в комментах. На сегодня все. С вас лайкос, подписался. С меня эпичные видосы. С нас эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал. Подписывайтесь на канал Чухачёту Врачу. Правда, хрен знает, когда там будут видео. И всем пока. Пока.